170 бегунов из Карелии, российских регионов, а также из Турции и Казахстана пробегут полумарафон в Пряже. Дистанция полумарафона – это 21 километр и 100 метров. Присутствие бегунов из других стран и дальних уголков России объясняют в том числе уникальностью нашего полумарафона. Бегуны смогут оценить национальный колорит карельской деревни. Это карельские калитки, которые получат каждый финишер на дистанции. Это уникальная абсолютно медаль, которую можно получить только в Карелии. И на наш взгляд, вот эти составляющие делают этот забег интересным для наших гостей. Сотрудник Института экономики Карельского научного центра Евгений Жирнель в свободное от основной работы время руководит школой бега. Он рассказал, что первым на мероприятии зарегистрировался Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты России. В мае Жирнель и Бричалов вместе пробежались по набережной Петрозаводска. И, видимо, уже тогда родилась идея такой большой пробежки. Поселок Пряжа поддержал идею, уже разработана трасса, как заявлено, уникальная по красоте. Трасса с Пряженского спорткомплекса проходит через весь поселок Пряжа вдоль Пряженского озера. Для победителей и призеров полумарафона подготовлены не только шунгитовые медали и дипломы, но и подарки. К примеру, участницам забега подарят природную косметику пряженского производства. Также подарки подготовила Сямозерская сыроварня. Кто не успел зарегистрироваться на полумарафон, может поучаствовать в массовом забеге на 5 километров. Открытие фестиваля состоится в субботу.